В этом году камеры на нерегулируемых пешеходных переходах не появятся. Ранняя новость об их установке была опубликована в некоторых средствах массовой информации. Но ответственные лица из Центра стратегического развития информационных ресурсов эту информацию опровергли. По данным специалистов, в этом году будет проведена лишь исследовательская работа. Будут тестироваться камеры разных производителей, выбираться места, где лучше установить комплексы видеофиксации. И только после этого аппаратура появится на улицах. Такая работа, пояснили специалисты, проводится для того, чтобы уменьшить аварийность в регионе, в том числе и на нерегулируемых пешеходных переходах. Прежде всего, это направлено на обеспечение безопасности на дорогах, повышение безопасности как водителей, так и пешеходов. Комплекс устанавливается исключительно на аварийных участках дорог, где происходит много аварий, в том числе и с пострадавшим, и с жертвами.